Удар, удар, удар. Пошел, теперь смотрите, раз, сразу же. Тебе нужно как можно ближе, теперь посмотри, сразу же. Смещение с линии огня, с линии атаки, опять же, это может быть и сразу же отсюда проход, и сразу же работа. Ушел, ушел, и посмотрите, сразу же снизу идет вот сюда удар. Там опять, раз. И сразу же здесь на него, чтобы он от меня не убежал, дальше иду на захват, на задержание. В каких-то ситуациях проводи. Ногу не успеешь поймать? Уход. Уход. Работа. Раз. И я его, в принципе, бросаю на набегающего. Ногу нужно иногда поймать для того, чтобы им можно было перекрыть. Посмотрите, уход произошел. И, в принципе, дальше обратно же сразу же его атакую на него. Теперь посмотрите. Я ушел. Посмотрите, и сразу же вот туда на него. И сразу же на добивание. Раз, два, раз, и посмотрите. И сразу же на него. Понятно? Не оставаться на месте. Уход с линии огня, с линии атаки. Вот это движение вверх, и мы сразу же входим на него в ближний бой, чтобы брать его по захвату на задержание. Понятно? Попробовали. Как идет? Наотмашь немножко вот таким образом. И вот в самый последний момент происходит напряжение. Чувствуешь? И вот представьте, что вот такой удар вот сюда пройдет. То есть вот сюда дал, но вот здесь, сюда мы не бьем, но вот сюда можем показать. Вот оно. Убрал, а сразу же локоть и пошло. Удар, 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 удар. Идет под сет удар. Сразу же следующее пойдет вот сюда. Дальше входим, начинаем уже работать. Удар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. За этим, то есть, идет сразу же вот так. Сходится и сразу же идет вот это движение. Раз, и сразу же входим и отрабатываем. Первое, что? Уход с линии огня, с линии атаки. Проводим. Раз, удар. Здесь работа. То есть что? Вот там, где вот у меня колено сейчас, да? Бедро мое. Работа. Элемент понятен? Работаю с дистанции, ногу убираю. И в самый последний момент на этом движении. Хорошо. Сразу же к нему. И давай посмотри, я его еще закручиваю. Раз, смотри, видишь, как закручиваю. А здесь раз. Смотрите, если он с этой той ноги сейчас будет атаковать, смысл нету делать проводить. Смысл нет делать защитное движение. Ближнее колено. И идет сразу сюда, работа колено. То есть сразу идет работа. Вот она сразу. Как только он начинает, происходит. Очень часто вот человек встал. Вот с этой ноги начинает так вот. Идет упреждение, положил сразу ближайшее опорное колено. Ясно? И сразу же на него. Тот же самый практический элемент, только от прямого. Раз. Движение. Смотрите. Раз. Раз. Чем выше он ногу поднял. Еще раз. Вот сюда. Раз. Хопа. Первый вариант. Еще раз то, что показал. Раз. Движение. Туда разворачиваюсь. Видно в мою ногу, смотрите, я сразу же сделаю практически шаг на него. Понятно, да? Поэтому в жизни удары ногами никогда не наносим выше колена, за исключением области паха. И на улице, чем кто выше поднял ногу, тем вероятность того, он сядет на ногу. Я взял тот же боковой удар. Раз, мы пошли и начинаем его ловить. Но не всегда этот вариант работает.
Что нужно делать? Смотрите, пошло движение, и сразу же удар. Сразу же снизу идет удар в область паха. Как только он ногу поднял, раз, удар. Ясно? Раз, опять же. В данном случае это был бы под пах. Пах удар, да? Смотрим. Раз. Опять же здесь, в данном, еще раз. Эта же нога и защищает, и она же выбивает. Вот. Ковырялочка такая. Да, прошло. И летом какой-то удар руки бросай. Вот. Раз. Здесь. Раз. Здесь. Опять же. Вот. А. Опять же здесь. Там, да? Раз. Сбрасываю. И сразу. Еще раз. Раз. И вот здесь. Получили голову. Посмотрите, чуть вытяжка и сразу шаг на его ногу. Добивание сейчас не делаю. Рассматриваем некий другой как бы вариант. Посмотрите, встали. Раз, удар. Еще значение сделал. Посмотрите, сразу удар наносится здесь в 2/3 бедра. 2/3 бедра, работа ноги, работа руки. 5-я. Смещаюсь сюда. Руку кидаю. Еще раз. Смотрим. Вот. Раз. Смещаюсь и руку ставлю. Бубенчик. Но уход. И сразу же идет боковой. А. Я просто почему говорю? Я уже в принципе порядок-то знаю, поэтому я жду. А на самом деле, если сюда пробьют резко, просто уже. А. Есть, конечно, техника немножко другая чуть-чуть. Когда идет вот этот удар по воде, сразу же как бы вход и здесь ну, работа. Что-то такое, это прям самбистское. То есть, вот. Раз. Здесь. Раз. Хопа. Здесь, опять же, маятник качнул. Это такая зацепом. Раз. И сразу же сближаю. Немножко, чтобы меня теперь было. О, движение. Еще раз. Это движение мы мягко проводим. Мягко мы его. Не руки работу делают, тело. Вот. Позначим. Вот. Хорошо. Да. Еще раз. Вот. Раз. Еще раз. 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 2, 3, 4. Раз. Четко меня. Меня. Раз. Жестче меня. Раз. Первый, смотрите. Его же. Раз. И по глазам. Раз. Первое. То же самое. Раз. И, допустим, снизу. А вторая как бы идет сверху. Вот этот удар ноги. Смотрим все. Вот. Ты как бы делаешь удар с локтем. Раз. 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 Движение. Опять же. Раз. Еще. Вот он. Вот он. Удар. Работа. Удар. Работа. Раз. Два. Три. Ну, то есть это просто больше защитный тип. Раз, сброс. Тот же самый. Вот. Еще раз смещаюсь. При этом заряжена нога, открыта почка, открыта это, да? Посмотрите, начинается с того, что получаю. Ха! И где-то, может быть, чуть смещаюсь. Еще раз. Вот. И где-то здесь и сразу же скрутка. Раз, движение. Ну, здесь чуть-чуть смещение. Это первое. Вот это смещение, да? Рука идет, чуть локоть подрабатывает. Встаньте, да? Посмотрите, вот подрабатываю. Видно, я уже смещаю. Я на это движение не наведу, я проводите. Вот это движение, вот оно. Под 45 градусов сразу идет как бы вниз. То, что нельзя делать как бы в спорте. Да, какой-то силовой. Раз. И здесь сразу же опорная. Смотрите, то, что мы работали. Отсюда пошло, я отсюда. Здесь я его увожу.
часов и вытащил из петель. Накручиваем палец. Вначале накрутили палец. Выводим. Теперь отсюда вторую руку здесь. Ну, чтобы было понятно, то есть это будет удар. Я вижу это. Сразу же переходим на технику. Вот сюда. Раз, два. Смотрите, а может раз туда. Посмотрите отсюда. Отсюда. Раз. И посмотрите. Вот отсюда. Раз. И посмотрите. Вот она. Раз. Смотрите. Здесь я его могу забирать. Раз. Работаю сюда в область паха. И отсюда удар. Раз. Два. С этой руки. Раз. Два. Глаза. Па. Угу. Сюда. Раз. Два. Два. Смотрите. Проводи. Подрез. Контроль. Блок. Укол. Удар. Удар. Выход. Выбивание.